31 января во всех избирательных комиссиях начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения для тех, кто по каким-либо причинам будет в отъезде и не сможет прийти на свой избирательный участок по месту регистрации в день выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Избиратель, желающий проголосовать не по месту прописки, а на удобном для него избирательном участке, может подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в любом пункте приема заявлений на территории страны. Началась процедура приема заявления о включении в список по месту нахождения от избирателей, которые находятся здесь с временной пропиской, либо без регистрации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, либо без регистрации вообще на территории Российской Федерации. Одним из операторов по приему таких заявлений являются многофункциональные центры. За услугой может лично обратиться любой гражданин Российской Федерации, предъявивший паспорт, если на день голосования ему исполнится 18 лет. Заявление можно подать лишь один раз, о чем избирателя будут предупреждать операторы пункта приема. Избиратель проверяет правильность внесенных данных и расписывается в нем. После заполнения документа он получит отрывной талон с указанием места голосования. Кроме того, у избирателя есть возможность воспользоваться порталом госуслуг для подачи заявления в электронном виде за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 5 дней до дня голосования с 31 января по 12 марта. Это могут сделать те, кто поедут в командировки, в отпуска, либо, как я уже сказала, те, кто не имеют постоянной прописки по месту нахождения, по месту пребывания, либо имеют временную регистрацию. Также этим могут воспользоваться те, кто обучается в высших и средних учебных заведениях за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, и также те, кто выехали отсюда, но остаются прописанными на территории района.